1 марта 2017 года дополнения следующего содержания вступили в законную силу. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой осенней дождливой погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся, распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность и влечет наложение штрафов на физических лиц от 1,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических – до 1 миллиона. Кроме того, виновные в возникновении пожара, повлекшего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, несут уголовную ответственность. В целях предупреждения пожаров на территории в границах населенных пунктов, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, кладбищ запрещается складирование и сжигание всех видов отходов – тары, мусора, листвы. Уважаемые десногорцы, берегите от огня свое имущество, жизнь и здоровье.